Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс, мы продолжаем играть. Моя тачка на лето, мы должны ее сегодня уже подсобрать так неплохо. И я наконец-таки понял, как поставить долбанные привода. Это оказалось проще, чем я думал. Я уже столько всего перепробовал, и реально в этом нет такой какой-то супер проблемы. Все, что нам нужно, это всего лишь поставить тормоза и просто поставить привод. Все, элементарно, просто элементарно. Блин, жесть какая-то, я не думал, что это будет все так просто. Так, вот эту штуковину мы можем поставить или нам нужно ее покрутить? Так, тут стабилизатор наш непонятный. Так, давайте его вот так вот возьмем. Но, ну ты же ставился раньше, друг. Отлично. Так, я думаю, что мне нужно тут кучу всего закрутить сейчас с этой стороны, потому что у нас тут... А где мои инструменты? Не понял. А, вот он. Фу, блин, я уже испугался. Ну и почему ты не берешься? Ну давай. Наконец-то. Думал, уже не возьму. Так. Я ж тебя не беру, бери, открывайся давай. Фух, наконец-таки. Штолкнуть тебя нельзя? Вот так вот. Так, замечательно. Это мы сейчас поближе положим вот сюда вот. Начнем все закручивать. Все, что нам сейчас на глазах попадется. Нет, это нельзя. Стоечку, кстати, я не помню, каким там девяткой вроде бы или десяткой. Давайте мы сразу подкрутим. А, стойка у нас закручена. Я уже забыл, это с той стороны стойку снимал. Для того, чтобы узнать, как нам поставить привода. Гайка светится, но... Она не работает. Так. Ага, привод мы закрутили. Отлично. Стойка у нас закручена. Слушайте, может с этой стороны сейчас тоже понакидываем всего подряд. Но учитывая, что здесь у нас, по идее, ничего не закручено. Или закручено, я не знаю. Но мы сейчас, установив стойку, мы узнаем, закручено или нет. Потому что если не закручено, все отвалится. Нет, закручено, смотрите как. Ключик насколько у нас в руках? О, стоп, так давайте уже сразу поставим это дело. Тормоза передние сейчас поставим. И сразу насадим привод еще. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну было же. Отлично. Так. Все. Чуть до этого не хотел крутиться, видели, да? Так, десятый ключик нужен. Десятый или... Наверное, десятый. Так, не понял. А, все отлично. Машину выровнял немножко. Получилось мне выровнять там F6. Жал, чтобы сбросить машину. По чуть-чуть подровнялось. Так, здесь не подходит. Так, а тут она закручена? Да, все закручено. Ладно, тогда возьмем туда с собой ящичек. Просто нужно это дело закрутить, а то у нас все поотваливается. Так, девятка, наверное, да. Так, верхний есть. Нижний тоже есть. Еще верхний. Так, и нижний тоже есть. Отлично, отлично. Тормоза у нас как-то прикручиваются, или они держатся только за счет привода? Непонятно. Так, а вот этот еще рычаг. Вот этот. Давайте мы его тоже поставим. Так, с какой стороны? По идее, с этой должен крепиться. Чего, неправильно как-то взял? Опа. Где?
Но, блин, было же. Я же видел. Опа. Ну где, где, где? Ну вот же. Опа. Нет, нет, да. Фух. Болтик непонятный. Непонятного происхождения. Так, ну давайте начнем, наверное, с восьмерочки. На повышение пойдем. Девяточка. Нет. Десяточка. Нет. Одиннадцать. Нет. Двенадцать. 12 подкрутили, та хрень у нас не двигается. Так, с этой стороны у нас подкручено, нет? Так, 12-кой все есть. Дальше, 13. Может, на 13-м он хочет, потому что, ну, для чего-то же оно там есть. Или он просто такой для вида. 14, опа. Но не хочет. Тоже не хочет. Но 14 активный получается. Может, и специально, типа, чтобы она у нас сломалась потом? Непонятно. Так, ну под машину я не знаю, стоит нам сейчас залезть или нет. По идее, у нас здесь все есть. Давайте попробуем колеса поставить. Блин, упал в яму. Ну тогда придется в любом случае мне сейчас перезаходить в игру, потому что из ямы я не вылезу, потому что машина стоит у нас хреново. Но зато я сейчас проверю абсолютно все, что у нас стоит не так, как надо. Да, это, смотрите, это к рулевой крепится у нас. Долбаные мухи. Ага, смотрите, тут нам, получается, нужно привода подкрутить. 6 гаек, точнее 6 болтов. Так, а из внутренней стороны тут? Вроде бы все в порядке. Так, а дотянусь до инструментов? Нет, вон они. Нет, я не дотянусь. И ключ тоже у меня неподходящий. Да? Опа. Блин, как отлично. Мне просто везет. Давайте начнем с тренажки. И будем пробовать. Нет. 13 нет. 12. Где там? Тоже нет. Но я не думаю, что там 15. 15 слишком большой. Хотя, блин. Десятка, если не подходит, попробую 15. То вдруг все-таки 15. Это мы его не пробовали. Как-никак. Нет, не 15. 9. Давай девяточкой. О, отлично. Так. Отлично, по центру есть. Сверху тоже есть, теперь с этой стороны. Но. Отлично. Так, ну здесь вроде бы все готово. Значит, мы присаживаемся. Встаем. Это кидаем туда наверх. И... загружаемся еще раз вот так вот. Потому что по-другому мне из ямы не выбраться. Сейчас снова будут звуки ударов. Ужас. Блин, болезненные звуки. Поэтому нужно пивасика выпить. Кидай куда-то на улицу. Нормально. Так. Что у нас дальше? Он бутылки кидает. Я думаю, что пора бы поставить колеса. Наши любимые колеса. RRRR. Заднее правое. Заднее левое. Front right. Front right. Ага. Front left. Че, мы сейчас на все колеса, наверное, поставим ее. Давайте тогда уже все поставим. Давайте front left сразу уже. Так, и вот это еще. Отлично. Так, где наш чудо-чемодан? Теперь откроется, да?
Вроде бы правильно лежит. Но сейчас открылся. До этого не хотел. Так, ну что, с чего начнем? Давайте с пятнашки. Нет. 14. Нет. 13. Нет. 12. Тоже нет. 11. Нет. 10. Нет. 9. Нет. 8. Тоже нет. 7. 6. Еще раз. Пятнашка закручивается. Почему-то они не исчезли, да, когда я наводил? Надеюсь, у меня все на местах стоит, а то потом придется как-нибудь, как всегда, что-нибудь откручивать. Интересно, можно теперь выкатить как-то или нет из гаража? Потому что я бы не против выкатить ее. Так, с другой стороны еще нужно все это сделать. Офигеть. Просто жесть. Так, что, сверху не докрутил, что ли? Сидений у меня нету, они как всегда у меня поотваливались, ребят, поэтому вы не удивляйтесь. Сидения всегда отваливаются, даже если их закручиваю, они все равно отваливаются. По непонятной мне причине. Поэтому привыкайте. Меня эти мухи просто уже бесят. Ребят, если вас бесят мухи, жмите палец вверх. Так, что у нас там? У нас там выхлоп. Здесь что у нас? Ага, бак. Выхлоп. Крылья. Вот этим патрубкам, в принципе, наши крылья не будут мешать. О, колпаки. Rear left. Left, right. Ну, не выглядит так, что будто нужно закручивать. Да? Да. Поэтому, если что, будут отваливаться. Хотя вот эту хрень, может, и нужно закручивать. Но у нас, в принципе, так пятнашка взята. Задний правый. Задний правый есть. Передний правый. Есть. Передний левый. Тоже есть, аж машина выше стала. Так, крылья, по идее, мы можем поставить. Только не знаю, с какой стороны они у нас будут ставиться. Их нужно закручивать здесь в игре или нет. Передняя, правая. Что тебе не понравилось, крыло? Наверное, вот эта вот хреновина ему не понравилась. Мы давайте сюда уберем. Ну ладно. Не хочешь, как хочешь. Я не заставляю. Я никогда никого не заставляю. Ёпте. Не хочешь, как хочешь. Не крепится. Морда у нас хоть. Гриль наш. Поставится, нет? Боюсь ближе подходить. Опа. Офигеть, держится. Это фара прикручена. Гриль. Гриль, видимо, прикручивать не нужно. Ну ладно, бампер нужно прикручивать. Нет, не знаю. Тоже давайте попробуем его поставить. Бампер тоже стоит. Отсюда ничего не видно под машиной. Вряд ли что-то будет видно. Так, крыло по-прежнему не хочет. Или уже хочет. Зашибись. Даже бампер отвалился от крыла. И гриль наш помялся. У нас, короче, машина мнется сама по себе. Кузовные запчасти здесь просто идут по одному месту. Так, что у нас здесь? Блин, мне бы под машину заглянуть. Я могу ее выкатить как-то, нет? Вытолкать, выкатить. Например, вот так вот упереться и просто толкать ее из гаража. Нет? Ну, не знаю, трактором есть смысл пытаться выкатить или нет. Это вряд ли получится. Можно, конечно, попробовать на домкрате выкатить, но я сомневаюсь.
в эффективность этого дела. Мне кажется, даже она не поднимется сейчас на домкрате у нас. Потому что она поднимается на домкрате через раз. Поднимаем его в том месте, где должен быть баг. Машина еще не поднимается. Домкрат еще не в салоне. Поднимается, надо же. Это максимальная высота. Все равно не получится у нас ее вытолкнуть. По идее, мы могли бы ее выкатить, мне так кажется. Вот за этот домкрат. Но он типа с грузом не ездит. Что тут рука значит? Нифига, что, вмятина убирается или что? Что, серьезно что ли? Да ну нафиг, не поверю. Тень просто, наверное, меняется. Да нет, мятина как была, так и осталась. Я уже, блин, поверил. Тут же руки нету. Где все побитое? Нету. Что рука делает вообще? Понять не могу. Непонятно. Так, баг. Баг я отсюда, наверное... Опа. Офигеть. С таким шумом поставился. Я не знаю, прикручу его или нет. И надеюсь, он в яму не упал. В яме его, по крайней мере, не видно. Так, выхлоп мне пока не нужен. Мне нужно вот это вот барахло поставить. Топливную всякую парашу, которая должна крепиться к кузову, но... Тут аккуратненько по рамке, чтобы не упасть вниз. Блин. Ах, зараза. Может, он хочет сзади это все примастырить. Нет, ну мы так не вылезем. Мы так не вылезем. Кстати, можно с баком посмотреть, что там с ним сделать можно. Да, прикручивать его нужно. Болт у меня не подходящий. А ты, давай, иди сюда. Эй, красотка. Иди сюда. Я здесь. Ну, бак мы можем прикрутить, получается. Карбоди. Ну давай, ну вылазь. Ну что ж ты будешь делать? Жаль, что залезть в машину через крышу можно, а вылезти через крышу нельзя. Это обидно. Я бы этим воспользовался. Подожди, мы, кстати, можем завести ее, нет? Сатана говорит. То есть, по идее, если мы все сделаем, мы сможем ее завести. Кстати, давайте уже выхлоп прицепим, если это возможно. Видимо, не совсем это возможно, потому что у нас нет выхлопнухи, нет у нас... Штанов здесь, по идее, и нету, да, у нас в игре? Сразу прямой выхлоп идет. Как тебе прокрутить-то, чтобы поставить, отдолбанная труба? Непонятно. Ладно, снова придется перезайти сюда, чтобы продолжить наш ремонтик. Ух, можно, конечно, поизвращаться и попробовать закрутить бак через... салон, ну через багажник. Насколько это реально, я не знаю, но у меня вот очень беспокоят эти патрубки. Куда их ставить? Радиатора, в принципе, вот одну шлангу видно, куда там может что-то идти. Опа, снизу что-то есть.
Снизу что-то есть, но снизу... Не знаю для какого, наверное, для длинного патрубка. Наверное, для длинного. Так, если для длинного, то, скорее всего, это будет выглядеть... Наверное, вот так вот. О боже. Как я хожу. Так. А там некуда цеплять. Значит, или не тот патрубок, или я его неправильно повернул. Логично? Я думаю, да. Но вот это точно правильно стоит. Так, а это что у нас такое? Вон еще что-то есть. А если это так, то значит сюда нужен, по идее, вот этот патрубок. Да? Ну. Или вы хотите, чтобы я прямо сюда залез? О, отлично. Неужели? Неужели мы сейчас все поставим? Ну это что, туда станет что ли? Если честно, сомневаюсь, что вот этот патрубок может туда стать. Реально сомневаюсь. Мы даже вниз не дотягиваемся. Придется в яму, наверное, спрыгнуть. Или просто откуда-то так подлазить аккуратненько. Так, то есть это нужно вот так вот что ли прокрутить его, чтобы... Ну блин, я не возьму так. Фу! У нас что-то там не прикручено. Так, тихо. Что-то у нас там не прикручено, нужно это прикрутить к чертям. То сейчас, как всегда, начнутся у нас проблемы. Так, тулбокс, погнали. Кстати, у нас еще отцепления, вот эти хрени всякие, не прикручены. Так, где рука моя? Рука, 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 рука. Отлично. Так, давайте начнем с десяточки. Нет. Девятка. Что там, много таких? Такой педали просто не прикручены. Так, это есть. Вот так вот, не досмотрел называется, не досмотрел. Так, где там наш патрубок долбанный? Давайте попробуем рассмотреть эту конструкцию еще раз. Она труба уходит сюда вниз, то есть она по идее вокруг будет под валом, ну под приводом точнее, но это вряд ли она так будет. И сюда вниз. Какая-то странная циркуляция получается у радиатора. Но да, в принципе, больше некуда и нечего цеплять здесь. Поэтому... Поэтому это логично. Поэтому это логично. Давайте цеплять его туда как-то пытаться. Не знаю, как я это сделаю, но... Как-то это должно работать. Неужели с ямы пробовать? Но в яму тогда надо сразу поскидывать всякие запчасти нужные и ненужные. Например, вот это в яму. Так, это нам в яме не нужно. Выхлоп. Выхлоп, не знаю, в яму, не в яму, у нас там бак еще стоит. Выхлоп — это такая вещь, не особо нужная. Передачи нам нужно вставлять, поэтому без них мы никуда не денемся. Так, патрубок, если что, с ямы можно поставить. Выхлоп, вот этот, пока что мы его давайте утащим куда-нибудь. Чтоб он нам не мешал. Сиденье — это такая-то хрень. Бутылка куда-то укатилась, походу. Так, сиденье, сиденье, сиденье. Тут у нас все есть, все в порядке, все супер. Да. Вот этот шланг. Шланг. Куда тебя поставить, шланг? Кастрюлю я могу снять? Нет. А, ну да, она прикручена, кастрюля.
Ну смотрите, ну вон только там у нас вот этот топливный такой этот стоит. Топливный хрен. Назовем его так. Вот один вверх пошел шланг, второй никуда не идет. Но как это дерьмо закрепить там? В каком виде оно там должно держаться, я не понимаю. И перевернуто оно точно не будет. И вот это крепление должно быть кузова. Вот эта вот лапка тоже, она обычно вот такие лапки торчат от кузова. То есть... Я реально не понимаю логики, просто не понимаю. Давайте возьмем ее наоборот, еще раз. На максимум опускаемся. Смотрим, куда мы можем это присобачить. Неужели туда снизу? Так. Мне еще рано проваливаться, потому что у меня не все с собой есть. Давайте это положим вот так вот с краю. Патрубок тоже с краю. Инструменты... Вот так вот тоже с края положим, чтобы если что мы могли их стащить вниз. Нам нужно прикрутить бак. Это не совсем так уж и является возможным. Так, тормозуха. Смотрите, в принципе у нас тормоза все есть. Это топливная система, это охлаждайка. Мы по идее можем сейчас залить тормозуху. А что у нас еще есть? У нас есть тормозуха, колант. Ну это видимо охлаждайка, моторное масло и топливо. Топливо, топливо, топливо. Ну да, вот видите, вот пустое место. Так, ну смотрим еще раз. То есть если туда оно... короче, я понял все. Я все понял. Должен сюда к стенке, то есть как я раньше предполагал, к стенке оно должно и крепиться вот здесь где-то. Должно здесь крепиться. Но не крепится. Мать его. Не хочет крепиться. Вот так вот должно крепиться туда к стеночке сверху. Охренеть! Я вижу, там что-то нужно закрутить. Сегодня, наверное, мой день. Так, берем десяточку, встаем, целимся, и ничего не закручивается, идем дальше, берем девятку, целимся, и снова ничего не закручивается. Следующий, восьмерка. Целимся. И пошло дело. Отлично. Так, это мы дело прикрутили. Значит, вот эту хреновину нужно поставить. Так, где там единичка наша? Опа. Тихо. Оно уже там почти поставилось. Я промахнулся просто. Эй. Но здесь вряд ли нужно закручивать, но не выглядит так, как нужно закручивать. Но вот спереди по-любому нужно подкрутить. Нет, тут просто одевается. Вот два. Или болта, или гайки, что оно такое, непонятно. Давайте снова начнем с десяточки.
Где они? Я их уже потерял. Вот они. Десятка не подходит. Девяточка. Нет. Восьмерка. Тоже нет. Ну что ж такое-то? Семерочка. Тоже нет. Но шестерка может. И не шестерка. Да уже пятерка. Тоже сейчас, наверное, нет. Нет, подходит. Отлично. Так. Два болта и все, да? Ну, по крайней мере, больше тут ничего не вижу. То есть все, коробка передач у нас, по сути, будет работать. Бак. Конечно, было бы неплохо хотя бы как-то наживить, но я не знаю, оно с этого расстояния дотянется, не дотянется. Но там сзади еще по-любому нужно его наживить. Но можно хотя бы как-то. Хотя бы как-то. Давайте начнем с маленьких. Нет. Шестерка нет. С собой туда ящик не беру, чтобы не просрать его, потому что здесь такой хаос у нас творится. Что сейчас мы там вылазим сквозь днище машины. Так, а кстати, здесь у нас все в порядке, да? Под днищу. Да, все супер. Так. 9. Где оно там? Я уже потерял. 9 нет. 10 давай. Десяточка, наверное, подойдет. Десятка не подходит. 11 давайте. Может, расстояние, конечно, большое быть. Поэтому, может, не получится прикрутить. Но я все-таки надеюсь, что у меня все получится. Нет, это тоже не подходит. 12. Наверное, реально расстояние. Просто я боюсь, что может тросик тормозов, ну, точнее, ручника мешать для этого дела. И оно может типа не светиться активным. Именно просто из-за тросика ручника. Так, ничего. Ну, пятнашка точно вряд ли. Знаешь, мы или не дотягиваемся, или мешает тросик. Или то, или то. Что мы тогда будем делать? Патрубок вот этот можно попробовать поставить. Я вижу эту шлангу. Опа. Офигеть, поставили. Мы это сделали. Короче, бак у нас не прикручен. Ладно, придется с собой взять инструментики и пойти. А, ну, понятно. Все понятно, все понятно. Тогда встаем. Инструменты нафиг. Сами вылезти, как всегда, не можем. Конечно, можно попробовать, не, но я не попаду просто. Можно было бы с салона попробовать, но я просто не попаду. Ладно. Возвращаемся в меню, еще раз заходим в игру. И будем пробовать. Будем пробовать. Сейчас будем заливать наши жидкости. Смотрите, выхлоп нам не важно. Крылья нам не важно. Нам ничего здесь не важно. Нам главное... Вот, охлаждаечка. Кстати, а как охлаждайку залить-то? Хорошо. Калант. Типа рукой что ли туда? Опа, ни хрена себе машину поднял как. Вон, рука светилась. Ёб твою мать. Или калант тоже нужно было открутить крышку. Да нет. Так, ладно, но здесь мы открутили. Хорошо.
сцепление. Брейкмастер цилиндр. Тормоза. Сцепление мастер цилиндр. Что-то тоже туда этот заливается. Не знаю просто. Но по идее, судя по всему, заливается тоже туда Дот 4. Как-то вот так вот. Куда вы закручиваетесь, твари? Да, видите, это просто, чтобы закрутить. Подождите, а что-то походу там было активно, да, или мне показалось? Походу, да. Ой-ой-ой, чуть яму не уронил. То сейчас, по идее, сейчас переворачиваю вот эту охлаждаечку. Тоже сейчас, по идее, ее налью сюда. Кстати, как проверить уровень? С. Там C светится, значит там что-то есть. Брейк, тормозная жидкость. Мы залили туда, в сцепление залили. Молодцы. С кем не бывает. Я думаю, сцепление сильно не обидится у нас. Так, значит, эту хреновину мы берем. Тоже так жестко залазим на капот и просто начинаем заливать. Только я не вижу, куда. Где там рука наша была? Нет, стоп. Давайте лучше закроем это все дело. Блин, сцепление залили туда. Офигеть. Хрен с ним. Кстати, масло мы можем залить, тоже нормально все. Давайте сейчас попробуем масло залить. Мотор ойл. Та-дам. Нет, стоп. О, смотрите. Но. Да не двигайся, машина. Дай залить масло. Отлично. Так, это мы, значит, тоже сейчас закрываем. Охлаждайку теперь все-таки. Ну где-то же оно должно словить. Охлаждаечку нашу. Ну, знаете, в принципе, можно без охлаждайки. Опа, хотел уже без охлаждайки заводить, если честно. Только хотел об этом сказать. Можно без охлаждайки завести, выехать просто, чтобы знать, что она ездит. Я, кстати, вижу, куда уже вот эта хрень, наш гриль прикручивается. Только у нас, видимо, нечем его прикрутить. Давайте найдем какой-нибудь. Отверточку. Перевернутый. Оп.
давайте сюда положим. Так, двоечка. Давайте с семерочки начнем. Нет. Восьмерка. Нет. Ладно, шестерку тоже надо с пятеркой проверить. Да. Оказалось, шестерка. Непонятно, снизу прикручивается или нет, поэтому ничего тут трогать лишний раз не буду. Сейчас с другой стороны тоже подкручу. Надеюсь, что она только сверху крутится. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, ладно. Ключик мы убираем, пока машина еще у нас снова не упала в яму куда-то. Так, кстати, давайте мы ее попробуем. Вот так, хоть на колесах стоит, а то хорошо. Так, что там? Там домкрат. Здесь у нас... Ага, понятно. Газолин. В бак газолинчика. Пошло. Бак не прикручен. Жесть, короче, сейчас будет. Просто жесть. Все, хватит. Больше заливать почему не буду, вы, наверное, догадываетесь. Потому что если сейчас он у нас отвалится, боюсь, что мы можем остаться без топлива. Так, это все дерьмо мы убираем сейчас, которое может нам мешать. Так, ну по идее, все у нас теперь должно быть. Сидения нету, чтобы ездить. Водительского, мать его. Сед драйвер. Давай, драйвер, сейчас сядем, поедем. На сиденье, которое отваливается. Видно же, что закручено все. Хо-хо-хо! Оу, е! Или нет? Сатана! Но то, что выхлоп цепляет, это не страшно. О, как крутит. Потому что мы в яме частично стоим, поэтому мы не можем ехать. Заглохло. Стреляет просто жесть как. Не, ну ручник у нас был убран. Так, занимаем еще раз место водителя, ключик убираем. Чоки, подсос, наверное. Или может он реально хочет вот на карбюраторе прогреться? Реально ее выгнать из гаража, если она у нас никуда не едет. Заглохла. Мать ее. Ах. Но главное, что заводится, но не едет. С чем это может быть связано? Я думаю, что или с этим колесом дурацким. Давай, мы можем ее еще подспавнить, нет? Ну смотрите, привода на месте, все у нас прикручено, все у нас прекрасно стоит.
Тут тоже все на месте. Бак тоже еще не отвалился. Еще не отвалился. То есть, в принципе, у нас все, можно сказать, хорошо, но она еще не едет. Ладно, друзья, будем потом разбираться. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. С вами был Алекс, и всем пока-пока.